Всем привет, Кирилл. И сегодня мы будем снимать, как я собираю персонажей из Скибиди Туалет в Лего. Да, у нас есть вот этот вот пакет этого, блин, Лего. У нас вот этот вот пакет. Очень гигантский пакет Лего. Очень гигантский. Ладно, уже первого я туалетика себе забрал. Вот мой первый туалетик. Поглядите на него. Я поставлю камеру, чтобы вам было видно прям вот так, а не вот так. Вот что вы там с таким видите? На выставке туалета. А теперь вы видите меня. Ладно. Вот я, вот это, сейчас начнем это все. Так, это дедуля нам пригодится. Мы его прикрепим вместо этого находного чувака. Это что ты? Ну, как-то... Что же там еще? Тоже там следующий персонаж. Во второй серии это Скибиди Писсуар. Ну, для этого нужно найти три мужских голов. Я их нашел. И каких-то запчасти. Кстати, это еще первая часть. Мы не будем их прям всех. Вот, я собрал. Сейчас попробую. И сейчас я попробую. Там. Сейчас я буду пробовать делать из этого Скибиди Писсуар. Ни одному кажется, что было как-то не так. Ну, подпустили штани. Вот, на один блок ниже. Ясно. Ну так это сейчас сделаем. Так. Осталось нам только положить три головы. Для этого хочется какое-то нечто себе нечто. Ой, голова не крепится. Ну хорошо, что у нас есть. Это уже 2023 год. Но скоро уже вы должны с ним попрощаться, я тоже. Блин, ну что я стал говорить на камеру. Так что там где-то покопаюсь. Например, с вами. Там сюда мы ложим вторую голову мужика. Только это как-то вот так вот у меня пока что получается. Ну что, знаете, откуда у меня эти головы? Они у меня из игры в кальмары. Раньше был фанат кальмара. Теперь надо найти женскую голову. Мне кажется, этого неполный пакет Лего нет. Вот, русалочка тут есть. Из киндера сюрприза. Бусики. Женская голова. Мне нужна эта женская голова, только она хорошо так отцепляется, но она не подходит к этому Майнкрафту, поэтому нужен что-то другое. Например, Сэнди. Сэнди должно быть много. Я нашел парик, но не нашел идеальную женщину, которая бы подошла. И мы можем найти мужика, который должен быть в парике. О, привет, котик. Привет, привет. И посмотри в камеру. Ну-ка,
куда-то уходим. Иди, возьми лампу и помогай зрителям привет. Зефир, помахай. А ладно, вроде не хочет помахать. Лего хочет мне помочь. Убежал. Он сейчас прибежит. Мин. Боже, у него будет аксессуар. Делать из-за того, что надо найти женскую простую голову. Вот, ну наконец-то Сэнди опускался. Я выкинул, потом что-то подумал, а зачем я ее выкинул? Можем это вот так вот. Возьмем Сэнди. Положим голову в серединку. Или ты не хочешь ложиться? Ясно, ищем другую запчасть. А чего можно вот эту взять? Взяли. Берем. Она отправляется на вид. А все прикрепилось. И осталось только вцепить голову. Если это пацан или это девочка, пожалуйста, напишите в комментариях. То я как мне не поседу, найду какой-то еще вот такой вот парик. Пусть будет. Вот какие результаты. Сейчас. В третьей серии у нас появился гигантский скит-битолик. И он будет каким-то необычным. Мне кажется. Ну, как я помню, что если мы приблизимся к седьмой серии, то там уже будет G-Man. А если мы приблизимся и все вышло 63-я, то... Я не знаю, кто там будет. Я видел только слитый кадр, где там вот такой вот гигантский паук стоит. И все. Ладно. Вы не понимаете, как это будет долго. Я заберу вот такую запчасть. С размером целого лего, которое уже не влазит. Ой, это просто какие там тренировки. Что делаешь? Делать понимаешь. Кстати, поздоровайся. Нет. А, ясно. Крыса. Большого туалета я не смогу, поэтому перевернемся к четвертой серии. У меня есть серия на голову. Мы будем собирать свои фигурки. Так, у меня есть сиреноголовый в детстве с одной руки палочка, в другой камешек. И лошадь, которая идет посреди поломанного моста. Спасибо, что присоединилась. Так что тут есть такое. Похоже на алкаш. Какой алкаш? Ну реально. Ты похож на алкашку, которая вся коверка. Только нет. Ты так только алкаши разговаривают. О, помнишь эту старую тихую мелодию? Да. Но теперь это не век. А 23 век. Построить это вот так вот. Надеюсь, мне понравится. Точнее, вам.
или кому-то вообще не понравилось. Вот так и вот так вот ты готов почти наш туалет, только нам не хватает головы. И голова у нас будет вот такая. Из четвертой серии у меня получилось собрать вот такого скибиди туалета. А мне уже не хватает. А вот смотрите на Мелис еще, она там робит. Я разбираю. Или ты что хочешь смачного? Или что-то будет смачное. Смачный кусок. Ой, ты что, я же еще прошлое тебе разобрала. Не всегда в садике там. Или предкажи смачно. Я так сих пор реагирую на слово смачно. Смачно. Пятая серия. В пятой серии я пока что не помню, что было, но в пятой серии точно должно что-то быть. Так, по четвертой была пятая. А в пятой я уже не помню. Так, отлично, палка у меня нормальная есть. А сейчас помнишь, что было в пятой серии с кибер-туалетом? Ты помнишь, что было? Нет. Когда идем за подмогой. Какой? Кто телефон заряжен? Нет. Сейчас будем догадываться. Подписчики, пожалуйста, напишите в комментариях. Пишите. Четвертая серия. И что было в пятой серии? Ты хоть помнишь? Четвертая? Шестая. Пятая. То есть уже потом сезон идет. Ясно. Уже пошел сезон. Значит, перейдем к скибиди диджею. Мы не убираем вот такого вот. Диджей, скибиди, диджей. Ну, точнее, нам придется просто поменять голову. То есть тебе нужно эти головы просто для того. А зачем тебе эта деталь? Будет как бы, чтобы скибиди туалет катал? И через эту трубу переходила к сотрудникам как? Нет. Ладно, мой практически скибиди туалет готов. Мне осталось только собрать голову какого-то веселого челика, похожего на меня. Вы представьте, что было бы, если бы дофак бомбик меня бы добавил. Или вообще Мелиссу, мою сестру. Это было бы просто имба. Только что он делает? Вот он, так вот делает? Он несет камень. Он несет камень и палочку. Вот какой он получился скибиди диджей. Если бы серия был G-Man. Только G-Man был не такой уж высокий. G-Toilet. G-Toilet. Изначально мы должны построить СУС. Мы изначально должны это все скрепить как-то. Это скрепляем. И на протяжении недолгого времени мне должно это сделаться. Если я буду постоянно собирать лего. Возьму вот такого. Не берется. А это ужас. Ужас как ужас. Просто ужас. Давайте я возьму вот такую вот маленькую запчасть. И вот так вот. Попробую. Что-то из этого сделать. Например, вот так вот что-то или нет. Когда мы всегда в садике, мне говорили вот так вот смачно. А ты реагировал и сразу ел, когда слышу слово смачно. Я такой уже всю кашу ел. Вообще в садике мне больше нравилось это
обед. Спальня вообще не нравится. Спальня мне не нравится. Ну, мне же вообще не нравилась спальня. Тебе нравилось, ты спал. Ну, когда-то я спал, потому что это для меня было свое любимое достижение. Спать. Я заснул. Нет. Вот, смотрите, вот. Это запчасть. А диетолита. Диетолит. У тебя есть какая-то такая жирная запчасть? Тебе нужна жирная запчасть. Нет, нету. Но я тебе могу вот эту разобрать. Нет. Это моя запчасть. Оп, нашел какую-то. Да. Основа для диетолита готова. Это вот такая подставка. А дальше начинаем строить на этой подставке диетолита. Я возьму какую-то, например, там... Как я помню, Димаш был очень опасный со своим лазером, но я его не буду рисовать с лазером. И потому что у меня нет... Потому что, если вы догадались, что это писюхи. Ну, да факт был против, чтобы мы такое говорили. Поэтому не будем его видеть. Так мы соберем. Дафак, а дафук. Какой дафак? Дафак нужен. Дафак бум. Все называют уже давным-давно дафак бум. Это моя запчасть. Это корона моей. Да, дафук бум называют Михадзен. А Михадзен это твой любимый блогер. Он мне такой, ну, нормальный. И потому что у нас есть подписчиков, никогда вы не приедете. Там на деньги. Опа. Я нашел золото. Это железо. Там, боже, тихо, там паутинка. И туалета мы пока что пропустим. Потому что я всех высоких пропускаю. Мне не нужны проблемы, чтобы... Да, я бы построил без проблем, но мне нужен конструктор. И какая-то... В восьмой серии впервые появились камерамены. Поэтому строим камерамена. Вообще, можно его заменить на такого человечка. Мы ищем камерамена, чтоб построить его. Мы ищем камерамена, чтоб построить, О, во! Женская голова. Ладно, я пропущу, и чтобы в 9 серии появился скибиди-полицейский. А скибиди-полицейский из обычного черного металла. Ну, пропустим это. Вот так. А где еще одна запчасть? Вот так. И вот так. Нам осталось только мужик. У меня стенька получилась. Мужская голова и фуражка. А фуражки у нас нет. По непонятной причине, да? Да. Было бы круто, если... у нас была бы какая-то фуражка. Я могу тебе смастерить фуражку. А...
Когда сломался телек, что надо делать? Сломать мобильник. Нет, пора валить детдом. Мерис, когда сломался телек? Вообще-то, когда сломался телек, когда мобильник сдох, компьютер еле-еле. Пора валить в детдом, когда все из-за тебя еле-еле, пора валить в детдом. У меня есть фуражка. Ну, и давайте его наденем на другого скибидиста. Неужели это... У него голова крепче. Ладно, когда построим еще одного скибидиста. А где мой туалет? Когда построим два скибиди туалета. Когда сломался телек. У меня пузырик. Ха! Ну, подержите. А я не вот так вот фуражку. Фуражку. И возьмем вот такую вот запчасть, чтобы прицепить голову. Скибиди полицейский готов. Осталось построить еще одно скибиди туалета. И он будет немного отличаться. Будет отличаться немного. Что он подделан. Ладно, можно считать, что просто туалет и другой. Немножечко поменялись. Ну, практически все с таким. Пусть будет вот так вот. Пусть будет два низких туалета. И еще одна запчасть. Вот так вот. Осталось разобрать вот эту запчасть. Ладно, не будем. Один туалет выше. Так нечестно. Лимбо. Ладно, вот, готовы скибиди полицейские. В 10 серии появился скибиди-бок, но мы его тоже не собираем. В 11 серии у нас появился... Кто появился? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а то я не помню. В 11 серии у нас, наверное, кто-то такой. В 12 серии, я помню, появился G-Man, но мы его тоже пропускаем. Спайдер этого тоже пропускаем.